Салтанат Тасымова – учитель с 32-летним стажем. В этом году педагог в третий раз подтвердила высшую категорию, полученную еще 15 лет назад. 100 баллов из 95. Вопросы сложные. Я готовилась в течение года, чтобы дать детям хорошее образование. Каждый учитель должен самосовершенствоваться, работать над собой. Теперь педагогу предстоит пройти второй этап тестирования. Для этого она должна предоставить портфолио с творческими работами и достижениями. Копии этих документов рассматриваются специально созданной комиссией. Только после определится категория. С нового учебного года к заработной плате учителей предусмотрена надбавка более 30%. В этом году, помимо учителей школ, педагоги дошкольных организаций образования, методисты организации дополнительного образования, методисты районных отделов, кроме преподавателей колледжей, технического и профессионального образования, а также директора школ и колледжей имеют право повышать свою квалификацию и получать доплату. За период со 2 июня в регионе прошли тестирование более 1000 учителей. В случае неудачи есть возможность пересдать в следующем году. В связи с карантинными требованиями в центре тестирования строго соблюдаются санитарные нормы. Все учителя соблюдают требования санитарных норм, знают, что вход без перчаток, маски запрещен. Соблюдаем дистанции. Результаты тестирования могут быть аннулированы в случае, если будут обнаружены шпаргалки и телефоны. В целом в области на сегодняшний день работают около 22 тысяч педагогов. В прошлом году 7400 учителей успешно прошли повышение квалификации. Сания Кубжасарова, Эрдогульда Дабасқызы, Бауыржан Смағұлов, Алмас Адвокасов, Общий аппарат.